знака. Если вы это читаете, ставьте лайкосик, мы отпишемся. Вот, лайк понравился, поставили 3 девочки. Значит, кому-то это нравится. Или кто-то троллит их. Кто-то повелся на это, но мало. Совершенно не обязательно. Могу я лайк поставить. Остальные комментарии, они вообще ни о чем, они нафиг никому не нужны. Лайки стоят, люди добились своего желания. Значит, эффект есть. Схема работает. Ну, они пишутся или общаются, или еще как-то, это же личная переписка пойдет. Ну, не знаю, все-таки это стрёмно как-то. Ну, может, стрёмно им говорить вслух об этом. А лайки ставят не стрёмно, они же уже не анонимно ставят лайки. Все это видят, вот мы с тобой увидели. Понимаешь, странно. Тот, кто приглашает познакомиться, прячется за анонимность. Мальчики у нас боятся больше, чем девочки. Ну, видимо, вот в этом и проблема. Мужчины повыгрыз, нынче. Мужик измельчал. Да-да-да, и мне стыдно за мужиков, потому что что-то с ними не то. Девочки у нас более смелые, братанены. Ну, видимо, это последствия... Мальчипеда. Да-да-да. Вообще-то запись уже идет, и, наверное, давай я расскажу, о чем речь. Ну, о анонимности во ВКонтакте. Я сравнительно недавно там, и меня иногда удивляет, иногда даже сильно удивляют такие вещи, как вот смотрите, админ, пропусти, ищем двух девчонок. Вы сидели на остановке около рынка. Мы проехали мимо вас 4 раза. Я надеюсь, вы поймете, кто вас ищет. Если вы это читаете, ставьте лайкос, и мы отпишемся. Анонимно, пожалуйста. Сударыня, приходите на свидание сегодня вечером в парк. Я буду ховаться в кустах. Если вы мне понравитесь, я оттуда выйду. Это вот где-то так. Ребята, ставьте лайкосики. Девчата, не отвечайте на такие вещи, потому что мне стыдно за пацанов. Все, пока, счастливо.